Здравствуйте! Представляем вашему вниманию новинку от компании Siglent, серию генераторов сигналов SDG-2000X. В этой серии представлены три модели, то есть это 2042X с максимальной частотой выходного сигнала на 40 МГц, SDG-2082X на 80 МГц и 2122X, который сейчас перед вами, на 120 МГц. Это генераторы сигнала среднего класса, двухканальные. Как всегда, знакомство начнем с передней панели. На ней у нас находятся абсолютно все органы управления, дисплей и выходные разъемы первого и второго входного канала. На тыльной стороне у нас вход для кабеля питания, то есть аппарат у нас мультивольтажный, то есть от 100 до 240 вольт, клемма для заземления. Вход-выход опорного сигнала 10 МГц, универсальный вход-выход, вход частотомера, LAN-разъем и USB-разъем. Также есть удобная регулируемая подставка, которая может выполнять и функцию ручки для переноски. Кроме самого генератора, комплект поставки включает в себя кабель питания, краткую инструкцию пользователя, коаксиальный кабель и USB кабель. Как и у всей продукции Siglent, эргономика устройства находится на очень высоком уровне. То есть все на своих местах. То есть цифровая клавиатура для ввода значений, поворотный энкодер, кнопки для переключения между разрядами, включение и выключение, соответственно, первого и второго выходного канала и кнопки управления самим генератором и его выходными параметрами. Но есть одно но. У данного генератора сенсорный дисплей. То есть если вы хотите переключиться между, например, первым и входным каналом, вы можете нажать, конечно, вот эту кнопку, а можете нажать вот на эти вкладки. Таким же образом можно, например, установить амплитуду. Например, вот 1 вольт. Могу нажать на эту кнопку, а могу нажать вот сюда. Также могу изменить частоту. Например, 5 кГц. Фактически это единственный генератор сигнала в своем классе, который оснащен сенсорным дисплеем. Кратко рассмотрим основные возможности генератора сигналов. Поддерживаются все стандартные формы сигналов. Это же, конечно же, синус. Причем, поскольку у нас модель 2122, то его максимальная частота 120 МГц. Давайте продемонстрирую. Вот 120 МГц. Ну, давайте уменьшим частоту до 1 кГц, чтобы я смог адекватно показать остальные формы сигнала. Далее у нас меандр. Треугольный сигнал. Импульсный сигнал. Шум, сигнал постоянный, где я могу задавать смещение, как в одну сторону, так и в другую. И сигналы произвольной формы. Причем я могу выбрать как и ранее сохраненные, так и встроенные. Встроенных здесь 196 типов, то есть это довольно много, и поэтому они поделены на различные группы. Например, есть общие формы сигнала, вот, например, такие есть математические, вот, например, выберу x в кубе. Есть даже такие, как медицинские. То есть это для, судя по всему, для наладки какого-то медицинского оборудования. Также есть еще одна интересная функция. Если выбрать синусоидальный сигнал, то мы можем работать с гармоническими составляющими. То есть с гармониками от фактически 2 по 10. Ну, например, вот у нас есть синус, мы включили работу с гармоническими составляющими, и давайте выберем тип все. То есть можно выбрать парные, непарные, нам неинтересно, мы выбираем все. И давайте для второй гармоники установим амплитуду 1 вольт. Пика до пика давайте 3. И давайте, например, для третьей выберем 1 вольт. Как видим, таким образом мы можем изменить наш сигнал, добавить к нему какие-то гармоники. То есть это очень интересная функция, у конкурентов она фактически не встречается. Также генератор поддерживает несколько типов модуляции. То есть это амплитудная, частотная и фазовая модуляция, частотная манипуляция, амплитудная манипуляция, амплитудная модуляция с подавлением несущей, фазовая манипуляция и широтно-импульсная модуляция. Также есть режим свипирования, это так называемый режим качания частоты.
То есть здесь мы можем задать начальное значение частоты, конечное значение частоты и время, за которое эта частота изменяется от начального до конечного. И импульсный режим, где мы можем задавать фактически количество импульсов в одном пакете. Сейчас у нас, давайте я остановлю. Вот, например, сейчас у нас в одном пакете 6 импульсов. Давайте уменьшу значение до 3. Вот сейчас 3 импульса. Или, например, 1. Если вам нужен высококачественный двухканальный генератор сигналов, то рекомендую вам обратить ваше внимание на генераторы Siglin серии SDG-2000X. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.